А в Твери подвели итоги регионального конкурса «Лучшее семейное подворье». Имена победителей были названы во время онлайн-трансляции праздничного вечера, посвященного Дню матери. Семьи, занявшие первые два места, в награду получили автомобили. Имена счастливчиков в репортаже нашего корреспондента. Подготовка к этому вечеру велась долгая и упорная. О том, как это было, наш телеканал рассказывал в одном из недавних выпусков новостей. В силу действующих ограничений, торжество в честь Дня матери было решено провести в режиме онлайн. За выступлением лучших артистов филармонии зрители наблюдали через интернет. Для них прозвучали шедевры мировой музыкальной классики и любимые хиты отечественной и зарубежной эстрады. Знаю лишь одно, что я тебя люблю, ты во мне звучишь. В рамках мероприятия состоялось чествование двух тверских семей, победителей всероссийского конкурса «Семья года», который организуется Минтрудом России совместно с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, для зрителей была подготовлена викторина с подарками. Во время трансляции ведущий программы поочередно задавал три вопроса, связанных с семьей и тверским регионом. Ответы принимались в официальной группе Министерства демографической и семейной политики Тверской области ВКонтакте «Тверская семья». В комментариях к вопросам. Назовите фамилию ткачихи из Вышнего Волочка, в честь которой было названо Всесоюзное движение за коммунистический труд. Главным моментом вечера стало объявление победителей регионального конкурса для многодетных семей «Лучшее семейное подворье», который в этом году проводился впервые по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Почетное третье место у семьи Павловых из Удомельского городского округа. Игорь и Елена из села Молдино воспитывают троих детей – Семена, Артема и Никиту. Второе место в региональном конкурсе заняла семья Куликовых из Осташкова. У Максима и Олеси Куликовых трое детей – Анастасия, Максим и Ксения. Семья получила в награду легковой автомобиль. И, внимание, первый приз – первое место и главный приз в региональном конкурсе «Лучшее семейное подворье». И это пассажирский микроавтобус «Citroën Space Tourer» на 8 мест присуждается семье Ренца из Балаковского района. Как отмечают в пресс-службе правительства Тверской области, конкурс для многодетных семей «Лучшее семейное подворье» призван пропагандировать и повышать общественный престиж семьи, многодетности, демонстрировать возможности современного обустройства хозяйства и успешной жизни в сельской местности, а также популяризировать сельский уклад жизни на территории Тверской области.